Дорогие мои друзья, всем огромный привет! Сегодня мы продолжим с вами вязать мой авторский кардиган «Мираж» сочного оттенка, классного, из Baby Cotton. Ой, скоро обзор для вас сниму на новые аксессуары, необыкновенные. Особенно мне от Knit Pro новинки нравятся. Ну что же, мои хорошие, всем весеннего настроения. Держимся, отвлекаемся и продолжаем делать все, что мы можем, работать. Так, дорогие мои, смотрите, мы с вами остановились на кокеточке, и я буду вязать рукавчики сначала, а потом уже более замысловатыми узорами вниз кардиган. Рукав мной задуман свободный, но, так как сейчас в тренде такие рукава, я сама их просто обожаю, свободные рукава очень элегантные, они идеальны для больших размеров. И в любом случае стройнят просто чудесным образом. У нас будет простой основной узор рукава и красивое завершение. Просто будете царевнами с такими рукавчиками. Но в то же время не перегружено. Элегантные длинные галочки из столбиков с двумя накидами. Длину вы можете, конечно, отрегулировать сами. Будем учитывать с вами, что ширина каймы у меня составило 6 сантиметров, а сам рукавчик, основной узор, но учитывайте, что у меня большой рост, 1,80 м. И руки, соответственно, длинные, 42 сантиметра. Итак, что мы с вами делаем? У нас уже объединены рукава на подрезы. Самое главное, не перепутать и начать вязать с лицевой стороны. Мы с вами вводим крючок в центр подреза. Вчера стартовали новые акции, так как наступила последняя декада марта. Слышите, какая капель? У меня огромные сосульки висели вчера, они обрушились. И я загадала, что когда они рухнут, закончится все плохое, но оно пока никак не заканчивается. Очень жду этого момента. В конце я вам расскажу этого видео, какие акции, напомню. Ну, чтобы мы с вами не отвлекались, всегда они какие-то интересненькие проходят. Мы с вами набираем петли подъема. Итак, 1, 2, 3, 4 петли подъема. Пятая петелька поворота. Далее мы делаем двойной накид. И сюда же провязываем в эту же петельку 2 столбика с двумя накидами. Раз и два. Далее мы пропускаем с вами 3 петли. Раз, два, три. И в четвертую петельку мы провязываем с вами галочку. Это 2 столбика с двумя накидами. Воздушная петля, 2 столбика с двумя накидами. Пропускаем теперь, очевидно, 3 столбика, 1, 2, 3, и в четвертый мы вяжем 2 столбика с двумя накидами. Между ними воздушная петля. Раз, два, три, в четвертый провязываем. Так мы вяжем до конца первый круговой ряд. Всего у нас должно быть 24 мотива в первом ряду, считая первый подъем, и заканчиваем так. Мы делаем двойной накид после последней четверочки. Пропускаем 3 столбика и вводим крючок в первую петельку подъема. Провязываем столбик с двумя накидами. И, наконец, в четвертую воздушную петлю подъема мы провязываем соединительный столбик. Далее мы соединительным столбиком переходим под арку и вяжем этот ряд столько раз, сколько нам необходима длина рукава. 4 петли подъема, петля поворота. 2 столбика с двумя накидами.
это начало каждого ряда и так далее. Итак, я провязала 24 ряда и приступаем к обвязке. Первый ряд обвязки — это столбики без накида, воздушная петелька, под одну воздушную петлю столбик без накида, далее столбик в столбик, один столбик без накида, второй столбик без накида между столбиками и продолжаем. В столбике с двумя накидами мы вяжем столбики без накида под воздушную петельку, далее снова два столбика, столбик между и так далее. Это первый ряд. Второй ряд будем вязать ракушечки. Соединительный столбик, мы закончили ряд со столбиками без накида, далее соединительный столбик в следующий столбик центральный, который провязан под воздушную петлю. Мы вяжем 4 воздушные петли подъема, и всего нам нужно будет провязать, каждая ракушка будет составлять 6 столбиков с двумя накидами. Один у нас есть, вяжем половинку, 2, 3. Далее столбик без накида мы провязываем в столбик, который вязали между галочками, 2 накида, пропускаем 2 столбика, в центральный над петелькой мы вяжем 6 столбиков с двумя накидами, 1, 2, 3, 4, 5, и 6. 2 столбика пропускаем, столбик без накида. Таким образом, ракушечки мы вяжем над каждой галочкой. Заканчиваем этот ряд. Провязали ракушечку, и нам нужно довязать еще 3 столбика там, где мы начинали. И в ту же петельку мы провязываем еще 3 столбика с двумя накидами. 1, 2, 3. Соединительный столбик провязываем в четвертую воздушную петлю подъема. Третий ряд. 4 воздушные петли подъема. И провязываем, исключая вот эти столбики без накида, в каждый столбик столбик с двумя накидами. Итак, в этой ракушке еще таких столбиков 1 и 2. Переходим к следующей, провязываем 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6. И следующая ракушка. Пропускаем столбик без накида. Провязываем 6 столбиков. Так до конца ряда. Заканчиваем третий ряд. Столбик провязан и соединительный в четвертую воздушную петельку подъема. 1, 2, 3 ряда провязано, четвертый ряд. Соединительный столбик мы провяжем в следующий столбик. 3 петли подъема, накид и обратно шагаем. Первый столбик провязываем столбик с одним накидом. То есть это знакомый нам по кокетке крест-накрест узорчик. Итак, следующие 2 столбика. Один пропускаем, во второй провязываем столбик с одним накидом и шагаем назад столбиком с одним накидом.
Повторяем этот нехитрый рапорт. Раз, два. Раз, два. Ой, нравится мне этот кардиган, уже то, что придумывается. Нравится комбинация узоров. Короче, девочки, так нескромно, сам себя не похвалишь. Заканчиваем четвертый ряд соединительным столбиком. Пятый ряд. Вытягиваем петлю и вытягиваем. Раз, два, три накида. Провязываем их все вместе. Три воздушные петли. Пропускаем раз, два, три столбика. В четвертый мы вытягиваем с накидом. Раз, накид, два, накид, три, четыре. Провязываем все вместе. Три воздушные петли. Пропускаем раз, два, три столбика. С накидом вытягиваем. Раз, накид, два, накид, три, накид, четыре. Провязываем все вместе. Три воздушные петли. Такое устройство ряда. Заканчиваем ряд шишечками. Соединительный столбик провязали. И, наконец, последний ряд. Воздушная петля. Провязываем столбик без накида в эту же петлю. Далее раз, два, три воздушные петельки. В передние две стеночки мы вводим вот здесь крючок и провязываем соединительный столбик. Таким образом мы получили пико. А в петлю над каждой шишечкой мы провязываем 6 столбиков с двумя накидами. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Столбик без накида в следующую шишечку. И здесь мы вяжем пико. Три воздушные петли. Вот так вводим крючок и соединительный столбик протягиваем через эти две планки и последнюю воздушную петлю. Далее снова фестончик из 6 столбиков. Таким образом мы получаем изысканную красивую кайму. Она будет, конечно, перекликаться и, как вы видите, уже перекликается вот этими скрещенными столбиками с узором с кокеткой, ракушками с основным узором, которым у нас будет вязаться кардиган вниз. Вас ждет очень и очень увлекательное путешествие, дорогие мои. Ну и в конце этого видео я снова и снова советую вам хлопок от Veltus, тем более сейчас при покупке упаковки, а ровно примерно где-то 10 клубочков Baby Cotton для этого кардигана вам и понадобится. Сейчас в эти 10 дней, последние 10 дней марта, вы получаете зинк, спицы круговые, укажите. Обязательно оформляйте заказ, укажите, какая вам нужна длина лески, какой номер этих спиц подарочных. Про другие акции вы узнаете на сайте магазина, переходите по ссылкам. По любым вопросам звоните и пишите нам на мобильный, на городской номер и, конечно же, WhatsApp. Все, я целую вас, обнимаю и прощаюсь с вами до завтра. Вяжите рукава, далее будет еще интереснее.